знаменитому актеру Мурату Йылдырыму, разделившему главные роли с Симаем Барласом и Дамлой Санмес в сериале «Азиз», который по пятничным вечерам встречался со зрителями на экранах Шо ТВ, исполнилось 43-го года. Мурат Йылдырым, родители которого родом из Мардина, родился в Конье 13 апреля 1979 года благодаря учению своего отца. Актриса принимала участие в таких масштабных постановках, как «Гроза», «Тихая», «Рама», «Осенняя боль», «Вечная любовь», «Первый поцелуй», «Королева ночи». Актер посвятил свое новое столетие Турецкому фонду поддержки и обучения аутизму. Мурат Йылдырым попросил своих поклонников поддержать ассоциацию в своих социальных сетях. В своем посте актер написал следующее: «Дорогие родные и друзья, 13 апреля, мой день рождения. Лучший подарок, который вы можете сделать мне в этот день рождения, это пожертвование, которое вы сделаете для детей с аутизмом. Вы можете перейти по ссылке компании, которую я открыл. Для собака Тадивекфи в моей биографии. Спасибо за поддержку». Подписчики футболиста также отметили день рождения Мурата Йылдырыма. Имя актера, прославившегося ролью в сериале «Азиз», прозвучало в кинопроекте, который он сыграет с Чагатаем Улусоем. Два успешных актера Мурат Йылдырым и Чагатай Улусой вместе снимаются в очень особенном фильме. Заявление о том, что они будут в повестке дня журнала, прозвучали как разорвавшаяся бомба. Два известных имени по имени Джунхуриет. За кулисами они обсуждают возможность похода в кино.